имени Департамента градостроительной политики города Москвы я вас приветствую на открытии этого важного городского и, боюсь сказать, международного события. Дом Экспо всегда являлась крупной, один из ведущих крупных площадок, где строительное сообщество обменивалось идеями, заключало контракты и двигалось вперед. Я вас всех призываю к активности в работе, желаю вам удачных контрактов и добросовестных покупателей. Спасибо. Уважаемые организаторы, участники и гости, очень приятно, что здесь, на московской земле, в гостином дворе, регулярно проходит такая единственная универсальная выставка, на которой мы можем посмотреть не только то, что творится в Москве, в московском регионе, в России, но и обменяться знаниями и умениями с очень многими риэлторами, инвесторами, покупателями со всех концов нашей земли, потому что по всем флагам мы видим, сколько стран здесь представлено и как важно в развитии в России и в московском регионе учитывать международные тенденции, как важно иметь и покупателей, и продавцов, потому что каждый из нас является в той или иной ситуации либо покупателем, либо продавцом и в Москве, и в других регионах, и по всему миру. Спасибо. Para nosotros, la Argentina, el tercer año que estamos acá en esta importantísima feria, es un gusto de estar presentes. Мы уже в третий раз участвуем в этой важной выставке, и мы очень довольны тем, что мы здесь нашли свое присутствие. Como ustedes saben, Argentina tiene una excelente relación con este gran país que es Rusia. Tenemos una relación estratégica, política, económica y cultural. Por eso estar aquí es importante. Как вы знаете, у нас прекрасные отношения между Россией и Аргентиной. Они стратегического характера, они носят и политический характер, и экономический, и культурный. То есть во всех отношениях мы поддерживаем прекрасный уровень. Поэтому для нас очень важно присутствовать здесь. Восьмая международная выставка недвижимости Дом Экспо объявляется открытой. Приглашаем всех к осмотру экспозиции. Спасибо.